Так, друзья, пойдем в столовую перекусим, потому что после дегустации что-то глаза в кучу, надо прийти в себя, блин, чача это просто вошло. Как вы пьете такой крепкий алкоголь? Я просто давно не пил. Столовая очень хорошая, могу сказать, я здесь кушаю, кушаю неоднократно, и можно посмотреть, что есть. Красота. Ну, вот тут тоже. Основной капучин больше, 80 рублей. Зеленый щавлин 80. И синий салат за 60, какой-то домашний. За 100 рублей. Только у вас полностью отсюда. Мы тоже прям не изменяем, только. Поехали больше за 80. Без мяска. Со сметанкой, зеленью, цвет очень хороший. Еще на вкус. Видите, картошка такая томленая, получается, как будто по-домашнему вкус. Ну, борща, не щей, вот это самое важное. У нас, кстати, борщ, жаркое, у Машеньки тоже жаркое, морковка. Получилось на, это кусочка хлеба, на 455 рублей. То есть покушать. Порция борща очень хорошая, очень густой, то есть я уже, в принципе, наел, самое главное, протрезвел. Жаркое, ну, слушайте, на вид прям очень красиво. Сейчас попробуем, как на вкус. Вот там мяско. Помимо картошки, здесь еще кабачок присутствует. Ой, не кабачок, а баклажан. Зелень. Вот мясо нашел. Еще очень вкусно. Кстати, не ошибся, кабачок тоже есть. На вкус даже очень классно. Можно вот так вот сделать, поставить лайк, честно, все прям очень понравилось. Вкусно. Ем по этой столовой второй раз снимаю обзор. Опять-таки доволен. То есть это было в прошлом году, в этом году. Молодцы. Вкусно. Итак, друзья, мы с вами протестировали вот эту столовую. Очень вкусно, хорошо, столовская еда, в принципе, нормально. Цена жаркое 160, борщик 80, хлеб, честно, не знаю, почем был. Морковный салат там еще Маруся взяла, я думаю, там все цены были указаны. Маша, тебе как? Все, это самое главное, что можно посоветовать, приходите, пробуйте. Если вы там ели, пишите, пожалуйста, ваши отзывы.